Всем привет, ребят. Ну что, создаем сегодня аккаунты на английском сервере и на китайке для челленджа на протяжении года. Постараюсь все время, каждый день заходить, забирать хотя бы ежедневные награды. Посмотрим, что с этого получится. Возможно, буду даже фармить самоцветы. И напишите в комментах, кто будет тоже это делать. На протяжении года будем купить самики, потом в конце года мы их благополучно все вместе сольем. Кто захочет на видос, сделаем мегаролинг. Так, также напишите в комментах, если кто-то начнет, сколько самого он максимум может фармить, что нужно фармить, чтобы было проще для других. Я тоже постараюсь это все заснять, показать, сколько нужно, чего нужно, как нужно делать, чтобы получить максимум отдачи от аккаунта, не терять много времени. Понятно, что при прокачке определенной будет больше самоцветов, но мы делаем как бы начальный аккаунт и копим максимум, начиная с этого, а по чуть-чуть, возможно, что-то там будет, возможно, будут какие-то ежедневки прокачиваться, все, в принципе, возможно, но время покажет. Поехали, соглашаемся с политикой. Вот так вот начало здесь. У меня начало на русском сервере, к сожалению, не было. И там получилось так, что мы зашли на гостевой как бы аккаунт, который привязался каким-то образом к моей почте, на котором я уже ролил. И, ну, знаете, у многих бывает, кто играет, там создает аккаунты, дается какой-то начальный аккаунт, попадается, вы на нем уже ролите, потом привязываете к нему имя, и почта, соответственно, тоже привязывается. Не знаю, каким образом это работает, не столь это важно. Поехали смотреть, что у нас есть при создании начального аккаунта. Показывают нам всю полностью схему. This land may sometimes seem peaceful. Ну, в общем, так вот. Но война не так далеко. Герои сражаются за тебя, поэтому ты можешь их использовать в имя победы. Вот как-то так оно переводится. Показывают нам, что надо сделать, как использовать, как выкидывать героев в локации. То есть это началка, то, что надо делать. Такие вот герои уже здесь даются. Типа мега-герои. Окей. Exit. Good job. Blow job. The enemy has been defeated. We should get out of here. Ну, понятно все, короче, мы оттуда ушли. Вот это вот у нас алтарь, в котором нанимаются герои. В принципе, ничего сложного, думаю, многие. Я бы это показал вам, ребят, на русском сервере, но, к сожалению, у меня вся началка пропала, не знаю, ли там она есть, но здесь она есть. Нанимаем таблетку. Короче, в общем, об этом я вам всем расскажу на русском сервере, на котором мы будем полноценно играть. Эти аккаунты мы создаем для того, чтобы здесь уже полным ходом трешивать. Так, наняли юнитов. Ну, спасибо, спасибо, я это все, в принципе, знаю. Дайте мне это все пропустить, чтобы я забрал сегодняшние награды. Не хотят мне, они меня отпустить. Так, забрали. Так, подвязали, забрали награды. Вот видите, здесь дали один раз награду, там у меня дали сразу же 7 раз. То есть как-то вот непонятно оно было, но ничего страшного. Самый основной трэш вы увидите во втором видосе, именно с бездонатного аккаунта. Там очень жестко все. Многие удивляться. Как же так? Я тоже, честно говоря, удивился. Такс. Ну, в принципе, вроде как бы все. На сегодня мы все сделали. За артефакты мы получили. Да, получили самиков немножко. Фришку забрали. Бесплатно рольнули. С чего можно здесь ежедневно получать самоцветы? Ну, конечно же, за задания, которых у нас пока нет. До них, думаю, мы дойдем.
определимся со временем, что нужно сделать, уже исходя из русского аккаунта. Что можно еще здесь делать? По самиках, ну это все весело-весело. Нафармить вот 4 золота, 4 тысячи маны, еще получить по 10 и сбегать на арену два раза. То есть это, в принципе, как бы минимум, который можно тоже сделать и получить определенные плюшки. Так, это у нас арена, когда у нас будет строиться? Нужно нам построить зал. Давайте за один самик закончим. Появились построечки. Ставим арену сразу же. Да не хочу я называться. Ладно, просит называться, значит, если не дадут, значит, назовемся. Кем мы назовемся? В принципе, не знаю. Давайте. Как же, блин, назвать? Свинокопилка. Свинокоп. Вот так вот будет у нас. Ага. Не дает нам. Тут надо только этими. Слитом. Свинокоп будет. Окей. Свинокоп готов. Спасибо. Питомцев просит выставить. Ну все, ребят, как обычно. Чем показывают всю картину, что надо делать. Блин, дайте мне уже сбегать на арену и благополучно отсюда выйти. Вот видите, открывается на 1000 силы, вот так вот. То есть на арену мы пока бегать не сможем, ну хоть позабираем, я надеюсь, золото. Вот так вот нас кильнули гады. Как вы могли без защитного? О, нормально. Все отлично, поехали. Ничего себе, по 14 000, да вы офигели. Офигеть. Так, восстановился наш, ну давайте. Пихаря ману здесь. А тут золото заберем. Так, ну это понятно, за титулы тут больше давать. Так, все забрали. Клейм. Итого 825 самоцветов у нас уже есть. Ну, арену мы потом добьем уже в следующий раз. Поехали на другой сервак, на Китайку, где у нас тоже есть
будет аккаунт. Надеюсь, тут будет все сейчас побыстрее. Где мы тоже будем копить самики. Так, ну это немножко не то, что вы хотели увидеть. Тоже все накоплено. О май гад, опять одно и то же самое. Так, ну давайте, давайте тут сейчас побыстрее. В общем, ребят, вся та же схема, все то же. Да, 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 подтвердить, спасибо, выпустить, завершить, выйти. Жалко, что вот этого на русском не было. В принципе, это не столь, кто будет играть, поймут, о чем речь, что там надо сделать. Тут будет поинтереснее копить самики, честно говоря, потому что везде календари разные. Заодно посмотрим, что на каком сервере нам упадет и где все-таки в итоге будет лучше. Можно было бы еще и немецкий сервер начать, но, честно скажу, не хочу. Не хочу я. Хватает того, что есть. Еще четвертый сервер тащить, а так, конечно, немножко Unreal будет. Так, забираем самики, забираем первый день. Вот. Так, что нам надо по 4000 набрать? Окей. Кто там у нас? У нас все то же самое. Стабильно, стандартно, поехали. Набиваем по 4000. Отлично, что нас тут не пустило дальше. Так, окей, на мне героя. Вот отсюда, может быть, у нас это что-то интересное упадет. Тоже 823 самоцвета. В принципе, все. Все, ребят. Так, аккаунт там не предлагают нам аккаунт называть. Сейчас мы попробуем его как-то назвать, если получится. Не хотят пока. Пока что, чтобы мы назывались. Может, так все и останется. Так, все. Опять тоже у нас будет свинокоп. Должна была быть свинокопилка. Свинокоп. Вот так вот, ребят, у нас еще один аккаунт на китайке. Не знаю, на немецком, думаю, смысла нет. Еще третий заводить, это можно будет чокнуться. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Напишите в комментах, кто о чем я говорил. Кто хочет участвовать в челлендже на целый год. Кто имеет силу воли, выносливость. Все, всех с наступившим 2019. Всем удачи, всем пока.